уникальное предложение только сегодняшнего дня. Мы сегодня дарим вам потрясающую пару обуви, которая сделана только из натуральных материалов. Это мировой бренд Вилмар. Премиальные образы. Сегодня для вас натуральная кожа, замшевая фактура. Внутри натуральная овечья шерсть. Сверху у нас с вами потрясающий, мягчайший мех кролика, который будет вас согревать. И при этом вы получаете сегодня уникальные сочные расцветки. Представляет сапоги Элен от компании Вилмар линейки Кюмфо. Наш эксперт, шоу-стилист, имиджмейкер, любимчик наших телезрительниц Микола Комендров. Микола, привет, давай познакомим как раз именно с цветами. Да, здравствуйте, давайте с вами пройдемся по цветам, ибо они очень красивые. Красивый оттенок бордо, который в этом сезоне называется жженая хна или пурпурно-фиолетовый. Глубокий синий, сапфировый цвет. Также вы можете выбрать для себя сегодня нежный коричневый цвет и, конечно же, классический черный. Вот сейчас вы видите бордовый, вы видите глубокий синий цвет, шоколадный оттенок. У него даже соответствующие оттенки подошвы у каждой модели. Очень красиво. И, безусловно, черный. Мне очень нравится, что здесь натуральная опушка из кролика. Это смотрится очень дорого, очень презентабельно. До минус 30 градусов. Вы только представьте, полностью натуральные материалы. Натуральная кожа, натуральная шерсть, натуральные меха. Это главное достоинство каждой женщины. И при этом бесплатная доставка в любую точку России. Цена действует только сегодня. И, кстати, это цена прошлого года, а в прошлом году аналог таких сапог был продан в количестве 120 тысяч пар. Сапоги Элен сегодня находка для нашего телеканала. 5999, бесплатная доставка, 10-я полнота, а размеры от 36 до 41. Микол, посоветуй, как выбрать размер. Мы выбираем с вами четко размер в размер, потому что речь идет о нашем мастодонте бренде Вилмара и его тем более линейке Кюмфо, которая еще и дополнительно, помимо 3D-моделирования российского ГОСТа, использует здесь, в данном случае, ортопедическую основу. У нас с вами идет 10-я редкая полнота, а значит, данная модель является универсальной для посадки всех полнот. Выбираем четко размер. Выбирайте как можно скорее, потому что вы не представляете, что было у меня дома, когда я получила эту посылку, достала ту самую сокровенную коробочку, как все упаковано, это люксовое премиальное качество. И вот они, мои сапожки на зиму, бордовый цвет, винный, красивый, натуральная кожа, натуральная шерсть, натуральный мех кролика. Это смотрится элегантно, красиво. У меня муж был просто в восторге. Я сразу примерила и с дубленкой, с джинсами, и уже представила, как я буду гулять по снежку. И с моей любимой норковой шубкой. Это смотрится так же бомбическо, как сказал мой муж. И с моим любимым пуховиком. И это все еще и натуральные материалы. Вот он, натуральный мех кролика. Внутри у нас, внимание, натуральная шерсть, которая будет согревать вас до минус 30 градусов. А сверху еще и... Вот она, смотрите, шерсть. А сверху еще и натуральный спилок. Слушай, это невероятно, потому что сапоги из натуральных материалов в магазине стоят от 20 тысяч рублей. Да, это действительно так, как пошутил наш продюсер Инна, на ваших ногах будет целая ферма, потому что используется телячья кожа, используется овечья шерсть и используется шкура кролика. Здесь у нас действительно с вами богачество богатых. Здесь у нас, вот вы видите сейчас основу именно кролика, а вот вы видите спилок. Спилок — это у нас с вами один из самых распространенных материалов, которые используют для изготовления зимней обуви и обуви премиального качества. Выделяется три слоя. Лицевой слой, который срезается, вот средний является спилкой, а бархтянный остается как раз-таки его поддоном. Так, что он выдерживает все? И позавчера я делал тест-драйв. Я создал именно атмосферу настоящей зимы, погоды и зимы, особенно когда высыпают реагенты. В течение 30 минут я таял лед именно на поверхности нашей пары и подсыпал лед. Наливал горячей воды, лед таял, мы опять насыпали соль. В течение 30 минут мы это все выдержали. По факту лед должен был растаять и оставиться именно солевые разводы. Смотрите, с легкостью зачистили данное предложение, а значит, говорит о том, что бренд Вилмар действительно использует не только натуральные продукты, но и еще использует их в лучших изготовлениях. Это лучшее для вас, это самое лучшее, это 10-я полнота, это комфорт вашей ножки, и это, внимание, до 42-го, до 41-го размера, это натуральная кожа, натуральная овечья шерсть,
шерсть внутри, плюс еще и натуральный мех кролика. Только натуральные материалы. До 30 градусов, 5999 рублей. Мы привезем вам ваше премиальное качество, достойное ваших ножек, с бесплатной доставкой. Внимание, цвета: коричневый, бордовый, синий, черный. Звоните прямо сейчас, делайте первые заказы, успевайте. Но знаешь, давай поговорим про обязательно про как посадиться на любую ножку, потому что полнота у нас все-таки 10-я, правда? Да, у нас здесь 10-я полнота, это значит очень универсальная модель. Вы уже ее видите сейчас, то, что у нее имеется миндалевидная конструкция. Угу. А это значит, анатомически правильно располагается пучковая зона. Вы видите завышенную зону мыса, причем он уплотнен. А значит, вашей ногтевой пластине будет очень комфортно именно там располагаться. Угу. Значит, и педикюр зимой у вас также будет сохранен, а не отшелушиваться. Так. Что касается внутренней части, то внутри нас ожидает с вами натуральная овечья шерсть. Причем она здесь, видите, неоднородная, имеет даже седину. То есть ее хорошо прочесали, но при этом оставили именно в первозданном состоянии. Вот она как раз-таки работает на наше тепло и сохраняет его сухим, потому что ланолин вырабатывается. Ну и несмотря на то, что у нас с вами каучуковая 3-сантиметровая подошва, которая, кстати, дает возможность нам в среднестатистической диаметре лужи хорошо наступать, так она еще и очень мягкая. Потому что каучук имеет свойство сохранять свои именно мягкие фактуры как в зимнюю, так и в достаточно теплую погоду. Поэтому вот даже Ксения, да, снималась для ролика, и вы видите, как она улыбается. Легко и как идет. Она счастлива. Они легкие, но при этом это натуральная кожа, натуральная овечья шерсть, натуральный мех кролика. Это роскошь на ваших ножках. И обратите внимание, до минус 30, почему она согревает? А вот смотрите, потому что используется натуральная шерсть и температурный режим до минус 30 градусов. Увеличенная полнота, стопы не тесные, кровообращение правильно циркулирует, а значит и согревает нас. Толстая подошва ТПР материалов обеспечивает функционал. Да, выбирайте для себя лучшее, потому что это специальное предложение только сегодняшнего дня. Зима наступит, а у вас будут самые лучшие ботиночки. Успейте сделать свой первый заказ. Раз, два, три.